В День знаний в начальной школе села Баурчи прошло открытие новой спортивной площадки. Согласно современным требованиям, площадка покрыта искусственным травяным покрытием, огорожена, оборудована футбольными воротами, установлено дополнительное освещение. Эта площадка нам нужна, сейчас дети имеют возможность проводить здесь свободное от занятий время, говорит директор образовательного учреждения Тельпис Мария. Чувствуется же, детям нравится, потому что они здесь долго находятся, и вечером их нельзя разогнать отсюда. Они здесь, мне кажется, уже до 12 часов находятся. Все, им хочется играть и побегать здесь. Ну, для них это новое, потому что такого поля не было. И все уроки физкультуры, особенно в данное время, вот осенью будут учителя проводить здесь. И поэтому приятно им проводить здесь и игры, и эстафеты. Я думаю, что полностью, в полной мере мы используем эту площадку. Думаю, что и мне приятно, что все так хорошо, что Баурчи возрождается, что Баурчи становится на ноги. Думаю, что все мы вместе, вашими усилиями, нашими, усилиями родителей, бизнесменов, мы доведем до конца. И это только начало. Константин Курдогла, историк, преподаватель со стажем работы более 30 лет, считает, что именно в школе воспитывается патриотизм и любовь к родине. И каждый человек должен приносить пользу для всего общества. Я считаю, что надо для страны своей, где ты живешь, для родины, сделать доброе, нужное дело, которое будет полезно для всех. Вот это главное. То есть патриотизм и любовь к родине, вот эти вещи незыблемы. Огражденная спортивная площадка, построенная за время школьных каникул, это подарок детям от уроженца села Баурчи Григория Кадын. Современная спортивная площадка подходит для проведения различных игр, мини-турниров и занятий по физической культуре. Здесь могут заниматься спортом не только маленькие, но и взрослые жители села.